конкурс из четырех, это да. А, хорошо. Первый выход — это девушки будут выходить в футбольной форме футбольного клуба «Металлист». Вот, а у нас, так как мы уже определились, 22 финалистки, это по 11 человек, девушки, команда желтых, команда синих. Они ни в коем случае не соревнуются, а просто как бы решили сделать более на футбольную тематику, чтобы это было интересно и ново. А также второй выход — девушки всем покажут свое умение танцевать. А, нет, они сначала сейчас танцуют нашим. Нашей публике будет отличный танец от Виталия Ампилогова, который ставит нам всю хореографию дефиле. Позже, это уже, как я говорила, конкурс девушки покажет футболки свои, которые они делают своими руками. И я думаю, что это каждая будет футболка индивидуальная, и, возможно, даже сделать какой-то музей в будущем. И финальный будет выход, это уже будет выход в вечерних платьях. По жюри. На данный момент в жюри из футболистов будут наши вратари. Это Александр Горяин и Владимир Дишленкович. И планируется Абрадович. То есть мы пошли на славянский мотив. То есть планировались там сначала Кристаль, да Хавьер. Но на данный момент Абрадович, Дишленкович, Горяинов. Истинные, поверьте, ценители женской красоты. Нет, Эдмар уехал. Ну, сразу скажу, все женаты. Вот.